Здравствуйте, добрый день всем нашим подписчикам. У нас сегодня будет обзор двигателя с размерами чулка маховика. Двигатель VHI VP10, 380 лошадиных сил, евро второй. Используется на самосвалах Шанкс, на самосвалах и тягачах Шанкси, говорил Шанксиман. Ну, это основные. Также можно встретить такой мотор на автомобилях Хова. В редких случаях, но ставим. Значит, что у нас имеется? Двигатель евро второй в полной комплектации, то есть имеем все навесное у него, турбины, турбина холст у нас. Турбина будет от фирмы Холст, это получается HX50. Стартер фирмы Bosch. Стартер от фирмы Bosch, да, есть. Далее WFU, топливная система, топливный насос от компании WFU. Значит, генератор компании VHI. И компрессор от компании VHI, тоже оригинальный компрессор. Вискомуфты, через магнитный датчик, то есть тут два положения, быстрое и медленное вращение. Вот этот подключается в штатную систему, то есть и он зацеп идет либо напрямую уже, либо там с проскальзыванием. Так, здесь у нас находится термостаты где-то. Вот, помпа. Покажи помпу. Вот она, помпа там. Там же термостаты. Датчики температуры. ТНВД комплектуется подкачкой. Подкачкой, что тоже не может не радовать. Итак, теперь пройдемся по техническим характеристикам данного двигателя. Посмотрим, какие у него размеры по точкам крепления. То бишь у нас получается вот от данной точки до где-то около 110, короче. Так, потом вот размер от середины смотрю. Значит, от нижней точки до средней верхней 31 и до самой верхней 42,5. Вот между точками крепления здесь от центра получается у нас 11,5 сантиметров. Так, далее. Это для тех, кто хочет поставить куда-нибудь его, там в КамАЗ или в МАЗ или еще во что-то, потому что эти двигателя очень хорошо ставятся вместе с в составе агрегатной пары, также его. Ну и можно также поставить русскую коробку. Так, здесь давайте тоже проверим. Получается у нас от центра я сейчас здесь выставлю. Также 110, также размер такой же 110, как с той стороны, по точкам крепления. Теперь по маховику. Итак, значит, у нас от центра болта до центра 53,5. Теперь внутрянка 51, внутренний диаметр чулка маховика 51. Значит, далее сам маховик 48,5. Центр маховика 24, диаметр 24, и самая малая часть 6 сантиметров, по-моему. Ну, 6, да, 6, по-моему, 6. Итак, это у нас по маховику. Это, ну, чтобы понимание иметь, с какой коробкой он стыканется. Здесь расстояние между болтами идет 13,5 сантиметров. Ну, вот здесь от центра до центра 13,5. Ребят, также хотел всем сказать о том, что у нас вместе с двигателями идет акция. Сейчас подарок мы дарим. Это предпусковой подогреватель 3-киловаттный Лунфэй, то есть он примерно за час, за полтора машину до рабочей температуры прогреет. Вот, и набор ключей, и полный набор, такого плана, хром ванадиум, проверил ключи на себе, ключи хорошо, не ломаются, ничего, крутят нормально, то есть, ну, это как дополнительный бонус для всех, поэтому заказывайте двигателя у нас и в нашей компании,
amurtech.ru либо dvsparts.ru. Это наши два сайта. Они будут в описании. То есть смотрите там, проходите. По-любому вам придет вот такой вот наборчик инструментов и вот такой подогреватель будет. В любом случае. Все, всем спасибо, ребят, всем пока.